Всем привет! Добро пожаловать в Тулу, город-герой, и это второй тур Мелбет первой лиги, сезон 2023-2024. И здесь, на домашнем стадионе Арсенала, как всегда, прекрасная атмосфера. Сегодня хозяева встречаются с махачкалинским Динамо. Поехали! Ну что, давайте сразу со стартовых составов. Состав Арсенала, раз уж заговорили. В воротах Михаил Левашов, номер 36, опускает в штрафную площадь. Назад на Лисаковича. И вот еще один навес, опасно! Левашов. Тем временем Тула уже мяч разыграла. Вот давайте посмотрим. Не знаю, а вот отсюда. Ну да, конечно, коснулся Левашов. На двоих защитников. Уходит в центр, мягкий наброс в штрафную. Опасно, коронка, удар! Штанга! Вот это моментище! Эту паузу можем посмотреть. Момент. Гилоян классно навесил, коронку принял. И с развороту убегает по правому флангу. Бежит ли от защитников Эгаш? Он может вполне обыграть. Касентура под правую. В дальний Касентура! Не пробил в дальний, пробил над воротами. Прямо по центру. В завершении первой половины. Ну вот еще раз. Удар Касентуры. Ну, кажется, Левашов все контролировал. Занял здорово позицию. Касентура не глядя. Потерял в скорости атака, но и в опасности заброс на Касентуру. И еще одна подача. Подбор за Лисаковичем, можно попробовать пробить. Руслан бьет в дальний угол. Динамо, именно таким амплуа его, наверное, стоит описывать. Хотя он играет чуть поглубже на позиции атакующего полузащитника. Ну и смотри, сколько времени было у Лисаковича. Как раз и отбирает после этого аута Юсупа. В дальний удар по воротам Левашова, но... Бег взял Ковачевич, как будто пальнуть поворотом хотел. Подача Касентура на опережение пытался сыграть. Мяч долетает до Храмцова. Удар вторым касанием. Очень опасно. Попал в штангу в первом тайме. Да, и вот мы еще раз смотрим повтор удара Храмцова. Мяч прилетел в грудь. А потом потеря. Шумахов. Никто его не встречает. Можно мяч дальше тащить. Может быть и пробить стоит. Ндука не стал фалить. Удар Левашов тащит из нижнего угла. Добивания не будет, но Касентура первый на мяче. Глушков. Пас назад, Юсупов, у него хороший дальний удар, Юсупов бьет в ближний угол. Ндука не стал фалить и был абсолютно прав. И он стал единственным препятствием фактически перед защитником Динамо. Ну и Левашов. Он, конечно, с такими ударами должен справляться, он это и сделал. И отбил в сторону. Ох, какой жесткий. А вот здесь можно продолжать, а Коронко справа есть Коротков. А Коронко под левую пробил, еще атака не закончена. Коротков мяч получает, острый угол, удар. И Давид Волк забирает мяч. Давайте еще раз посмотрим. Сильный выстрел из-под защитника. Тут еще поди сложись. Очень высокая вероятность, и это уже факт, в общем-то, что Динамо добирается первый балл в этом сезоне. Ну, а у Тулы становится 2 балла. Оба они были добыты здесь, на стадионе Арсенал.